А ты видишь мою машину? Я вижу только, какая-то фигня вращается и крыло справа. Да, это все, что осталось от моей машины, но я сижу на сидении. Всем утюг, с вами Глюк и Дот. Привет! Мы сегодня решили повторить то, что однажды уже делали на 24-часовом стриме. Это гонг по вот этой сумасшедшей трассе на шахит-мобилях. Это автомобили, которые при любом неправильном управлении ими взрываются! Хренам снося все вокруг, и заборы, и вообще все. Так, ну что, ты готов? Я, да, конечно. Давай, кто первый приедет, тот молодец. А кто последний, тот плохо. Кто первый взорвется, тот Педро, неверный. Давай это, кто меньше взорвется, может быть? Кто больше взорвется? Не, ну блин, легко взорваться, лучше кто меньше взорвется. Ой, там указатель стоит, так. Ну пока все хорошо. Пока более-менее, на 3 трастера. Подожди, а у нас есть трастеры? Как включить? На троечку. Точно на троечку? Просто одна из кнопок, я знаю, что она самоуничтожение, а я не помню, какая. И лишь бы мне за место троечки не задеть двоечку сейчас. Ой, покатился. Во, хорошо, трастеры хорошо выручают. Я буду дрифтить на этом. Дрифтить на этом не надо. Ой, забор, тихо! Нет! Стой! Лахакбар! О, я! Привет! Я впереди тебя! Я обогнал тебя! Я буду считать, что я был здесь! Ты обогнал меня бесчестно, ты спихнул меня с трассы. Ты меня обогнал с помощью взрыва, это тоже было бесчестно. Нет, это взрыв, это игра сама так сделала. Я тут ни при чем. А да, так посчитала, что так надо. Впереди трамплин. О, да. Я помню его. А подожди, его же можно вроде объехать, да? Можно, но это разве по-нашему? Ой, забор! Ой, не сноси забор! Да что? Я жив? Нормально. Нет! Отцеп! Привет. А чё я опять за забор? Почему я за забор? Ты любишь забор. А где твоя машина? Уйди! Вы, это просто гонка, это честная гонка. Гонка с элементами шутера. Все, я спрятался. Иди нафиг! Ты забор снес, Ирод. Его строил трудолюбивый человек. Ты. А ты взял и испортил его труд. Ты все-таки хочешь по трамплину, да? Ну конечно. Умное решение. Я подальше это не отъеду. На максималках все. Давай. Ты вруби только трастер. Это все? Это максимальная твоя мощность? Ты просто решил оттрахать трамплин? О да, трамплин. Извращенец тут. Проблема в том, что он назад не сдает, понимаешь? В смысле не сдает? У меня сдает. Я вот сейчас назад ехал. Так я застрял колесами. Ну что, мне теперь тебя выручать, да? Нет! Ладно, я помогу. Ответь от меня! Я помогу, я аккуратненько. Ответь. Это, конечно, очень сложно будет, но я это сделаю. И вроде бы мы даже не взорвались, смотри-ка. Я двоечку не зажглись нажал, нигде? Я двоечку нажал. Зачем ты двоечку нажал? Это же самоуничтожение. А теперь иди сюда! Нафиг! Вот давай теперь, перевернись. Ладно. Нет, да ладно! Как ты не перевернулся? Я бы перевернулся обязательно. Вот говнюк втопил, ты посмотри, что делаешь, да? Скилл! Эй, ты что летаешь? Летать... Ой, я ж меня пролагал. Все нормально. Етитькась сила. Это самая нормальная гонка, да, ты хотел сказать? Уйди. Безопасный. Очень безопасно. Мне же нужно было как-то мягко приземлиться, чтобы в поворот войти-то. Ты был мягкий. И вот и именно бочки со взрывчаткой. Кто ванну оставил на проходе вообще? Я. Тихо, я сейчас врежусь в тебя. У меня дерево впереди. Где? Прям из капота? Я это срезать буду. По стенке, да?
Ну давай посмотрим. Валрайт! В смысле? Только привет. Не говори мне, что ты на колеса аккуратно... Читер! Я? Да. Да кто тебе такое сказал? У нас просто гон. Лети, да, не-не-не-не-не, я не хочу, иди в жопу! Мой машина! Что взрывает? Чё происходит? А, я в уроке! Чего? Чего? Я так... Это чё? Ты видел, где я оказался? Да. Я вот такой, так. Оно такое лагает, я на земле, хоп, короче, кадр сменяется, я уже в воздухе, как на небоскребе, блин. Я даже не прилетел просто. Не было анимации вообще того, что я бы улетел вверх. Я тебя бабгоню. Эй, тихо, спокойно, не бей мою машинку. Я помогаю тебе поворачивать. Да ты жопа, ща рванем же в жопу. Жопу рваним в жопу. О, да. Нормально. Это серьезно, я не взорвался? Только я не умер? Только с небольшие проблемы. Ну, с ФПСом-то да, но... А, все, нормально. Тихо! Уйди, неверный! Кто еще неверный? Ты. Да ты неверный, ты меня пихал. Нет, это ты неверный. Ты плохо заворачивал, поэтому пихать пришлось. Я плохо заворачивал, потому что ты меня пихал. Я слышу, ты трастер врубил. Я дрифтил. Уйди. Не взрывайся. Не взрывайся, пожалуйста. Я просто думал, может быть, я этими крыльями выровняюсь, но мне это не сработало. Ну ты понимаешь, это супер трастеры, в которых... Я лежал на боку просто, ну а что мне оставалось? Тут один трастер мощностью 1000 заменяет. Ну их тут 4 штуки, поэтому... То есть иначе они не ехали, да? Иначе они не ехали. То есть мы... Мало того, что у нас тротил, считай, вот вся машина из тротила. Так еще и трасторы. Так еще и со сверхзвуковой скоростью они должны летать. Да. Отлично, прекрасно. Ну, ты если бы ты работал в моей компании, я бы сделал тебя главой безопасности нашей. Мне нравится такая безопасность. Все правильно. Офигеть, мы не гори, смотри, нормально, я тебя реально пропихиваю. Ты пропихиваешься. Даже я пропихиваюсь, прикинь. Тихо, спокойно. Че так дергаются-то? Ну, да. Прикинь, живые. Назад сдай. Куда назад? У меня трастер включен. Да вырубишь ты его. Не могу. Все, вот, сдал чуть-чуть. Спасибо. Нет! Пропихивайся. У меня правый бок застрял об бочку. Вот, смотри, видишь, нормально, я тебя пропихнул. Тихо, спокойно. Так. Нет! Офигеть, смотри. Я понял. Вот у тебя она просто застряла, у меня она рванула. У меня она рванула просто в наглую, тварь. Ну, я тебе просто бракованный подсунул. А я так и знал, я другого от тебя не ожидал. Ну вот. Себе нормальный взял, а мне бракованный еще. А, моя кабина сзади, но старая, точнее. Мешается. Это нормально. Там шасси не уничтожается. Как странный шасси. Офигеть! Я долбанулся об дерево, оно не рвануло, прикинь. Вот все нормальные шасси уничтожаются, А это такое, да. Кстати, да. Целую дерево, там бобры живут, а бобров можно скурить, а это факт. Я уже пытался поцеловать дерево, не вышло. Я его только шлепнул по попке. Я только сейчас понял весь плюс Шахидмобила. Мало того, то, что ты врезаешься в дерево и взрываешь его нахрен, так ты попутно и куришь бобра с помощью взрыва. Уйди! Я вижу! Летит! Кто летит? Кто летит? Ты летишь! Я не лечу, я еду. Я взорвался. А я жив. Ты меня затормозил, прикинь, я должен был об гору долбануться, а я затормозил. Все благодаря тебе. Как это произошло, скажи? Дрифт! Нет, дрифтить не получается, оно слишком тяжелое. Просто нужен задний привод. А у нас передний. Вот, нет, он у нас полный. Полный? Шестиколесный. Тебе помочь? Давай помогу. Уйди! Я знаю, что ты хочешь делать! Свинти! Вот взорви. Не ходи. О, дерево! Привет! Не! Да не приболеешь уже это взрыв. Конечно. Ладно, так как я не проехал этот участок,
Мне нужно проехать его заново, но есть проблема. Его нету уже. Да, участка этого уже нету. Но я думаю, может быть, я все-таки смогу. Там дырки просто везде. Пока глюк не видит. Ты что там, заставу делаешь? Ловушку? Да ладно, не, это мне кажется, наверное, нереально. Давай помогу. Как? Эй! Ловок. Нет, стоп! Где я? Почему я в камнях оказался? Тихо, спокойно, спокойно. Я просто хочу проехать. Просто по-доброму, по-соседски хочу тут проехать. Да-да, ой, здесь прыжок. Да, тут трамплин же. С которого нам так и не удалось в прошлый раз нормально съехать. Уйди! Я назад прыжок. Ко мне обломок какой-то прицепился. Он вот, тебя хочет. Сексуальный обломок. Чувак. Я помогу. Не надо. Ну в смысле, ладно, так можно. Только осторожно. Осторожно, мать твою, ты что? О, я перелетел. Ты перелетел? Да. На дерево, что ли? Да. Здравствуй. Как мне теперь здесь спавнить свою тачку, когда здесь столько всяких обломков? Да вот здесь можно спавнить. Во. Да ладно! Я только заспаунил ее! Ты в ванну мания. Приехала, ванна! Мания глюка к взрывам просто. Да причем? Это не мания глюка к взрывам. Ты просто спавнишь, и оно все взрывает. Кто-то думался вот спереди его сделать более широким, чем в жопе? Я. Молодец! Я специально для тебя старался. Он не пролазит. Трастер не помогает, чувак. Трастеры мне не помогают. Я это преодолел. А что за пещера здесь такая, блин? Так я же ее затеял специально, чтобы ты туда не заехал. Мне так хочется туда заехать, ну ладно. Так у тебя есть бомбы? Я не могу даже выехать отсюда. Чувак, подпихни меня. Хорошо. Только аккуратно, пожалуйста. Уйди! Уйди! Сюда! Меня выкинуло! Из игры? Да. Итак, друзьяшки, чтобы вы понимали, вот здесь я только что взорвался, и меня нахрен выкинуло из игры. А у Дуда нет. У Дуда все хорошо. Это да. Все разработчики, я тут ни при чем. Да, конечно, ты всегда ни при чем. Эту карту кто делал? Этот мобиль кто делал? Ты. Вообще, я принимал, конечно, участие, да. В делании этого мобиля. Ты что делаешь? Ты что? Как? Как? Я двоечку нажал просто. В жопу гравитацию, что ли? Это как? Ты что постел? Ты как? Нормально. Чего? Ты жопой вниз спускаешься, серьезно? Это скилл. Чувак, это как? Это скилл. Что? Подожди, я тоже попробую так. Давай. О, господи, я просто вижу, это сверху на меня надвигается. Я попытался! Ты меня взорвал! Ой, я аккуратно спускался. Дуд, посмотри на меня. Шахид Дуд, но паук. Без него мы все как без рук. Я ничего не делал. Я вообще ничего не делал. Я просто смотрел на тебя. Серьезно. Это просто рефлекс. Рефлекс стрелять по глюку. Я так и знал. Это твой мощный. Да? А я думал, твоя. Вот, теперь это мой мощин. Эй! Я сейчас на тебя наеду! Зачем? Ванна. Мне прикалывает, короче, в конце всегда остается ванна. Ванна. Так, тут прямая, поэтому я, пожалуй, сразу уеду, а то я знаю, сейчас ускорится кое-кто. Уйди! Неадекватный! Трастер выруби! Молодец. О, я вижу еще один СТС. Клюк. Да. Это подожди, мы здесь не ехали разве?
нет. Ты чё в ёлку-то изнасиловал по ходу полета? Я? Ты нормальный, да? Ты ёлку изнасиловал. Я? Ты извращенка. Так, ну-ка, по стенке, валрайт, ёпта, гора! Уходи, покидай! Чувак! Я наверху был! Я был очень высоко. Мне понравилось. А ты уже внизу? Да, я уже внизу. Можешь подойти к моей машине? Я могу подъехать. У тебя нет колеса переднего. Да, вот! Вот, двух передних колес нету, короче. Не, одно есть, а другое нет. Где твое второе колесо? Должно быть три вообще. Подожди. Но при этом эти колеса работают. То есть я могу на них ездить. Погодь, я сейчас это... Серьезно? То есть оно работает? Его нету, но оно типа есть. Но оно есть, да. Магия. Подожди, у меня крыло еще одно дополнительное появилось откуда-то. А, это походу мое, потому что у меня тоже нету крыла. В смысле? У меня твое крыло, что ли? Походу. У меня справа, короче, еще одно крыло. Вот такое же, как... У меня правого крыла нету, правее левые колеса. Может, у них тоже два? Да! Да! У меня оно стало, короче, слева, но типа вот посерединное, которое колесо, оно туда почему-то встало. Зашибись. И вот там два! А у меня еще нету этих деталей днища. Подожди, их там даже еще одно сзади, по-моему, тоже его или ну нет. Да. У меня нету двух колес. И у тебя должно быть два дополнительных колеса. Что, блин? Чё за прикол? У меня это вращается неровно. Что? Чё? Почему она наклоняется, когда я еду? Ты не знаешь, почему вот в каждую игру, в которую мы заходим, мы обязательно ее ломаем? Ну, это же мы. Как же иначе-то? Это было и со Splinter Cell'ом. Это было и с Portal'ом. Это было со всем. Да, кстати, зрители еще не видели со Splinter Cell'ом. Я думаю, выложить надо будет как-нибудь. Там просто до слез. Это что было сейчас? Меня что-то передернуло. Нехорошо, когда машины передергивают втайне от тебя. Ты видишь этот Волрайт божественный? Да, поехали. Он прекрасен. Ой! Это у тебя не Волрайт, у тебя взлетная полоса получилась, чувак. Что? Я приземлился и не взорвался. А, показал. А я на бок сел. Представляешь, я не рванул тоже. Я жив. Эй, ты где я? Что происходит? Где? Чего? Я не вижу свою машину почему-то. Но ты едешь. Нет, чувак, найди меня. Найди меня вот возле того валрайда, в конце его. Я бегу. О, там что-то вращается. Так, подожди, мне нужно взять мою летательную хрень. Чего? Чего? Что? Ты... Что? Ты видишь это? А ты меня видишь? Ты видишь это? В смысле? Подожди, подъедь сюда, пожалуйста, а? Че ты делаешь? Ты видишь это? Это как? Ну ты это видишь, это факт. Ребят, мы делали просто гонку, вы ничего такого не делали. Подлети сюда ближе ко мне, а? Я хочу поближе это увидеть. Блин, я не выберусь отсюда просто. О, я, кажется, нашел, как можно летать. Во, давай, наверх. Серьезно, вот так? Почему это так работает? Я вижу тебя. Так, подожди. А ты видишь мою машину? Я вижу только, какая-то фигня вращается и крыло справа. Да, это все, что осталось от моей машины, но я сижу на сидении. Честно говоря, мы просто делали гон. Получилось вот это. Ты теперь можешь, знаешь, типа как дети вот машинками играют, так вот катать в воздухе ее. Блин, что за жесть? Как это вышло? Что? Почему? Имей совесть. А что я... Не я... Да я вообще ничего не делаю.
А где я? Хорошо, давай попробуем вот так вот. Не спамим пока ничего. Мне уже нравится. Забор. Вот там вот забор. Где забор? Вот, куда я стреляю. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.